Всем привет! Меня зовут Марк Теймуров, я райдер команды Squad Board Shop. Мы находимся на курорте Охта-парк, и сегодня у нас на обзоре доска Santa Cruz, модель Vertigo Wave. Данная доска имеет традиционный прогиб кембер с небольшими рокерами на носу и хвосте. Доска имеет жесткость чуть выше среднего, и данная модель полный твинтип. Я сейчас немного покатался на этой доске, попрыгал, поджибил. И что я могу о ней сказать? Какие у нее плюсы? Во-первых, это достаточно прочный, быстрый, спеченный скользяк, который к тому же имеет заводскую насечку. Это позволяет ему лучше впитывать парафин и дольше его держать. Во-вторых, это достаточно прочный деревянный сердечник со вставками из стекловолокна. Доска чувствуется на склоне уверенно, на трамплинах очень хорошо себя ведет. На джибинге немного жестковато, но в целом на любителя. Данная доска подходит больше всего для парка и также подходит для склонов. Для пухляка, наверное, нужно выбирать другую модель. Что можно сказать из минусов? Первое, на мой взгляд, это очень специфичный дизайн на любителя. Мне лично не очень заходит, но кому-то может зайти. И второй минус, наверное, это цена. Доска могла бы стоить чуть-чуть дешевле, и тогда, наверное, она была бы просто бестселлером. А так она имеет достаточно много конкурентов. Но при этом она с ними вполне наравне, поэтому тут уж решать вам. Какой итог? В итоге могу сказать, что доска хорошая. Доску можно смело покупать, особенно если вы катаетесь в парке. Особенно, наверное, она зайдет любителям скейтовых дек Santa Cruz и вообще в целом продукции Santa Cruz, а также бренда 32. Вот. В целом, я попрыгал, покатался, не могу сказать ничего плохого, все получалось, все было комфортно, к доске не пришлось привыкать. Поэтому, если хотите, покупайте в магазинах сети Squad Board Shop, всегда в наличии. Всем пока!